Рада видеть тебя на моем канале, меня зовут Настя, сегодня я делаю видео про осенний гардероб, я собрала небольшую капсулу вещей и подобрала несколько луков образов под эту осень, такую теплую осень, пока она такая, вот, и собрала трендовые вещи, которые сделают твой образ, знаете, с такой изюминкой. Если тебе интересно это видео, то подписывайся, ставь лайк заранее, чтобы не забыть, и погнали! Первая у нас на очереди вот такая атласная юбка длиной макси, она 92 сантиметра в длину, я ее подкатываю, чтобы она выглядела немножко миди, чтобы там носочки выглядывали и лоферы. Обычная юбка, я купила ее в шоуруме за 500 гривен, еще плюс доставка выше, ну около 600 гривен. Вот такая вот юбка, самая обычная, базовая, сшита по косой, сейчас ультрамодная, можно ее комбинировать с разными вещами. К юбке добавляю такой вот свитшот салют, он на флизе, покупала я в резерв. Тут можете кликнуть, я его там распаковывала. Вот, очень классный яркий свитшот с акцентной надписью. Вместе комбинирую с юбкой и с таким вот красным беретом. Он у меня уже несколько лет, но в этом году он мне прям пошел-пошел. Я еще купила, кстати, вот такой черный. Сейчас покажу, с чем я одеваю еще черный берет. Просто какое-то нашествие у меня берета в этом году, но они выглядят очень стильно. Наверное, после парижской тематики я решила их одевать, и в этом году почему-то они мне идут. Не знаю почему, в прошлом году они мне просто не шли к моему лицу. Смотрите, какая цветовая гамма красиво получается. Раз мы заговорили за черный берет, к черному берету я одеваю вот такой вот свитшот, тоже с резерта, с Perfetto, тоже на флисе, черный, и одеваю к нему эту же черную атласную юбку и черные носочки, гольфы, здесь я покажу, какие гольфы я имею в виду. Классно выглядит, еще я одеваю под них лоферы или туфли. Пока у нас не сильно холодно, вот такой вот образ у меня тоже очень свежий, очень яркий. Он не яркий своим цветом, а яркий именно по фасонам одежды, и мне он очень нравится. Чего вообще все это начиналось? Все это начиналось, что я хотела к этому свитшоту купить вот эту атласную юбку. Одеваю атласную юбку, одеваю этот свитшот, одеваю тоже берет, или у меня даже была повязка, черная обычная повязка на голову. Вот, мне очень нравится такой образ, я его видела в ТикТоке, я в прошлом видео упоминала, как выглядит картинка, здесь тоже, наверное, вставлю. Вот, у девушки у меня такой образ с акцентами, деталями, и захотела повторить, и мне он очень нравится, и я его сейчас ношу, он для меня, знаете, как свежий глоток воздуха. Свитер в полоску, очень трендовый сейчас в ТикТоке, снимаю девушки вместе с юбкой, я одеваю этот свитер вместе с шортами, рыбацкий свитер, как говорит моя мама, он теплый, он даже не пойму, это платье или удлиненный свитер, но я ношу как удлиненный свитер, потому что как платье на 1,70 м, мне кажется, коротковато, одеваю под них шорты, и выходит очень красивая капсула, можно еще сверху пиджак, можно сверху одевать что-то еще, тренч можно одевать. Вы знаете, будет немножко теплый такой вариант, если я одену под этот образ еще и тренч. Вот, мне кажется, очень красиво, очень необычно и очень стильно. Следующая моя осенняя покупка — это вот такой вот блейзер.
блейзер. Мне нравится, он идет как бомбер. Классная пушистая шубка, знаете, такая, с красивыми пуговицами, очень утонченными. И делает такой акцент. Я ее еще не носила, но уже сняла с ней видео. Безумно нравится, знаете, на такую теплую тоже полупрохладную осень. Эта шуба я сочетаю с таким вот гольфом красным, я его купила в Заре, и вот такими вот штанами, можно даже шорты одеть, пока еще тепло, но штаны будут более актуальны, потому что утром уже прохладненько, и вот такой вот образ у меня получается, вместе с беретом одеваю, можно красной помадой подчеркнуть, можно без красной помады, это уже на ваше усмотрение, но знаете, будет такой красивый шарм, мне кажется, и... Просто образ очень яркий и очень акцентный, и сам по себе он берет все внимание людей, но я выгляжу в нем просто очень красиво. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Следующий мой образ состоит из вот такой вот жилетки Zara, серых, очень классных штанов из манго. И вот такой вот серой водолазки из Zara. Серая водолазка всегда актуальна, это база. Джинсы я купила в этом году впервые, такие, знаете, более прямые, мне они очень нравятся. И вот такая вот жилетка, я не фанат жилеток, но здесь она берет образ, сам по себе образ базовый, и она берет на себя весь акцент, и знаете, этому образу нужна эта жилетка, потому что без нее образ был бы скучный. Перейдем тоже к тренду. Это вот такие вот галстуки. Сейчас очень такой, знаете, American Girl. Вот такие вот галстуки. Очень сейчас купает. Я купила эти три галстука в секонде. Они мне вышли 30 гривен, то есть 10 гривен штучка. Мне очень нравится. Я уже даже давала их поносить. Сделала вот такой вот красивый образ. Сейчас я вам покажу, с чем я его сочетала. Я сочетала галстуки с вот такой вот юбкой. Вот таким вот красивым свитерком, который плечи немножко приспущены, но можно их носить как и просто свитер, так и с приспущенными плечами. И я сочетала вместе с вот таким вот жакетом, который просто обычный базовый. И в этом году я прикупила себе вот такие вот заклиновки от Calvin Klein. У них тут небольшой логотипчик. Его сейчас нужно найти. Когда ты одеваешь, он прям впереди, этот логотип Calvin Klein. Очень классно в таком сером цвете. Мне кажется, комбинируется классно со свитером. И делает образ, знаете, между собой сочетаемым. Потому что он идет в таком школьном стиле американском. И я планирую пересмотреть «Сплетницу» уже второй раз. Поэтому вот такой вот образ буду сидеть дома и смотреть этот сериал еще раз. Потому что просто любовь. В этом году вот такой вот манго-свитер. Он стоил 1600 гривен, я взяла за 500 гривен, он был на скидках. Под него можно одевать рубашку. Я у себя в гардеробе не нашла подходящую рубашку, но вот такая вот зеленая рубашка более-менее подходит к этому свитеру. Вот, можно одеть просто обычные базовые джинсы и взять сумку. Сейчас покажу, какую сумку. Зеленого цвета мало не бывает, поэтому беру вот такую вот зеленую сумку. Она сама по себе очень акцентная с помощью этих золотых цепей. И вот такой вот рыбацкий свитер. Можно одевать просто рубашку, сверху накидывать свитер, либо уже на рубашку одевать свитер. Тоже очень гармонично смотрится. Только моя рубашка чуть-чуть длинноватая, нужно ее покороче, как мне кажется. Вот, ну вот такой вот образ я собрала на быстрых парах. И мне он нравится, особенно сумка, знаете, выглядит прям тотал зеленый лук. В прошлом году я сделала видео тоже на тренды осенние, и вот этот образ до сих пор актуален. Это вот такая вот обычная кожанка. Конечно, было бы желательно ее более объемные, оверсайз, но я такую же купила, и покупать новую не вижу смысла. Вот такой вот топик, такой, знаете, гольфик-топик. Главное, чтобы он был плотный, потому что, когда тонкий гольф, он выглядит очень некрасиво, а плотный, знаете, не просвечивает, и я не люблю, когда сильно просвечивает одежда, мне это триггерит. Вот, и самые обычные базовые синие джинсы, которые мне уже чуть-чуть малы, но я, Настя, с этой проблемой сейчас уже решает, я пошла в зал, чтобы эти джинсы всегда были по мне и не были мне малы, вот. Но они мне очень нравятся, мне нравится их синий цвет, и в таком они, знаете, немножко Levi's стиле. Я даже не знаю, что это за бренд, это какой-то No Name, какой-то Red Sprite, Stripe,
Red Stripe. Ну, я не знаю, что это за бренд, вот. Но они мне очень нравятся, как они сидят, они с высокой посадкой, правильного кроя, прям безумно классные джинсы. Также перейдем к верхней одежде, вот такой вот тренч. Я уже его показывала, это просто хаки базовый тренч, он оверсайз, мне его в прошлом году подарили. Мне нравится все в этом тренче, и сейчас он не менее актуален, только я вот недавно видела на скидках бежевый тренч, и хотела взять уже. Но потом подумала, знаете, как это будет из этих юморных видео в ТикТоке, где каждая вторая ходит в бежевом тренче, и я подумала, что пока что уже переизбыток бежевого тренча, а вот этот хаки... Всегда, мне кажется, сейчас, по крайней мере, он актуальность его не падает. Из обуви ничего необычного. Вот такие вот ботинки купила в Заре. Они до сих пор актуальны на такой вот резинке. Мне безумно нравится их подошва. Массивные, но делают ногу более тоненькой за счет прорезиновый верх. И нога выглядит не широкой, а узенькой, красивенькой, маленькой вообще. Мои любимые черные лоферы. Самые обычные, базовые. Под носки можно их одеть. Можно одеть под заколеновки, и не будет в них холодно. На выходных ходила в этих туфлях. Вот, они еще актуальны, но через пару недель, я думаю, мне будет уже прохладновато, но я вам все равно их покажу. Просто любимые туфли, моя находка прям. И вот такие вот белые ботинки на каблуке мне очень идут, очень классные, но долго в них простоять, к сожалению, пока что не могу. Я хочу еще в моем виш-листе, это вообще пальто серое, как Зара или бежевое, и будет очень красиво смотреться с этими ботинками. Тут я укажу, как я их в прошлом году одевала с свитером, вот, и мне они очень нравятся, такой вот молочно-карамельный цвет. И знаете, как в Totally Spice ботинки, не знаю почему, мне все время напоминает Totally Spice. Это видео получилось, мне кажется, очень интересно. Показала свои образы, рассказала про несколько трендов, например, про галстуки. Сейчас в ТикТоке прям вирусит с галстуками. Показала свои береты, которые давно не одевала, но в этом году почему-то распробовала. Вот. Мой гардероб не сильно базовый, но он яркий, он акцентный. Мне кажется, он сочетается где-то между собой. И мне он очень нравится, поэтому решила поделиться с какими-то классными своими вещичками на эту осень. Надеюсь, это видео понравилось, поэтому, опять же, поставь лайк, напиши в комментариях, какой образ более интересный, и до встречи в новом видео, люблю, целую, пока!